классный руководитель 11 А-класса Ирина Алексеевна. Я Иванова Татьяна. Я Ракульцева Марина. А меня зовут Аня. Здравствуйте, я Руслан Шнелев. Дженнифер Лопес. Василенко Степан Юрьевич. Салтыков Илья Михайлович. Это Джиджи Мэйр, великий барабанщик. Меня зовут Милана, мне 11. Ой. Меня зовут Яна. Меня зовут Настя. Меня Вова. Меня зовут Алиев Ургун, я ученик 11 А-класса. Меня зовут Кочетков Максим, тоже ученик 11 класса. Меня зовут Милана, мне 18 лет, учусь в 11 классе. Пугачева, Алла Борисовна Пугачева. Меня зовут Маня. А меня Нуне. Меня зовут Аня. Меня зовут Ярик. Я Веркина Карина. Теона. Алена. Меня зовут Регина, я выпускница 11 А-класса 2014 года. Путин. Я не знаю, кто это. Она веселая, забавная, такая маленькая, всех достает. Высокая, губастая, глазастая. Знаешь, есть светские львицы, она вот из этой породы. Породы, господи. Наша Примадонна. Высокая, голубоглазая. Она девушка при формах. Если честно, я даже не знаю, какой у нее естественный цвет волос. Она немножко похожа на меня. Умная блондинка. Она тихая, скромная, маленькая. Среднего роста, глаза зеленые. Фигура нормальная, внешность тоже хорошая. Она красотка. Большие губы, глаза красивые. Она такая, вроде бы незаметная, но в ней есть что-то интересное. Длинные волосы, борода. Такой калифорнийский стиль. И к тому же она сейчас еще беременная. Не знаю, такой маленький, толстенький армянин. Он всегда ходит в кожаной куртке и любит встревать в разговоры. Он похож на человека с синдромом Дауна. Он такой здоровый человек. Он красивый, очень яркая личность. Лопоухий, темноволосый, кареглазый. Он всегда меняет свой стиль. И вообще, так-то у него кучерявые волосы. Он худощавый такой. Сейчас он бородатый, много татуировок на теле. Непростых татуировок там. Таких он потому что сидел. Низкий ростом, длинные волосы и нордическая внешность. Он похож на наркомана. Он высокий, черный, лысый, такой подкачанный немного. Чего его описывать, красавчик? В общем, для меня неприятная личность. Замечательные, креативные, добрые. Надеюсь, будут успешными. На курилку. В школе. На втором этаже. Сразу слева от 11 кабинет. Улица, зал. Да, и вот здесь у нас на площадке. Когда тепло. Когда тепло, на улице. Я вообще не курю. Да, знаю, что покуривают. И родители знают. Постоянно. Постоянно? Так. Практически всегда. В зависимости от того, во сколько лег, но чаще всего прихожу на первый урок. Каждый день? Часто, часто, каждый день. Редко опаздываю. Я вообще не опаздываю. Иногда. Это очень сложный вопрос. Стараюсь часто. Редко, ладно, кого я обманываю. Иногда. Особо одаренные учащиеся наши опаздывают или просыпают вообще первый урок. Поездка наша в Шикснус с ночевкой.
Поездка наша по странам Европы тоже запомнилась. И то, как мои одиннадцатиклассники, три богатыря, стояли в углу у меня. Ну, как-то раз в 9 классе мы поехали на природу и там очень веселились. То, что первое вспомнилось, это как мы в этом сезоне поехали на открытие сезона сноубордического. Я думаю, мое самое яркое впечатление, это когда я пошел в 1 класс, линейка, школа. Мне это понравилось. Нет, ну у нас было весело, Новый год. Ну надо, Новый год. Ну знаешь, куда более веселым был прошлый Новый год. И подрались, и подружились, и все было отлично. Вот, выпускной 9 класса, мы там катались на пароходе. В итоге еще и искупались в море, в общем, было все очень весело. Самое яркое впечатление было, когда Таня упала на информатике. Ей поменяли стулья, она так грохнулась, капец просто. Новый год, да, у нас же Новый год был. Да, мы представляете, на Новый год вот нам что больше всего понравилось. На Новый год танцевала только наша школа, да, только да, наш да, класс. Да. Когда мы в 11 классе отмечали 23 февраля и 8 марта, это было просто что-то с чем-то. Ну, все тогда жестко бухали. Все. Яркими воспоминаниями, возможно, останется это уроки, проведенные в моем классе. Они у нас достаточно весело всегда проходят. Ну, дискотека вот на Новый год. Вот самое... Ну вот выпускной 9 классе. Вот еще подумать, что можно так же назвать и выпускной в 4 классе, он тоже запомнился яркими впечатлениями. Мы также расстраивались, такие же были эмоции. Вот. Когда мы играли в баскетбол, и она на меня налетела. С всякими кулаками, ногами и всем этим. Ну что без этого, это правда. Инженером, с счастливой семьей. Барабанщиком рок-группы. Я вижу себя девушкой, которая ездит на самокате в свой универ. Ну, геолог, картограф, геодезист. Призер Паралимпиады. Не знаю, я вижу себя предпринимателем какой-нибудь большой фирмы. Работаю в какой-нибудь фирме, там, катаюсь на сноуборде иногда. Я не думаю, что прям сноуборд будет моей карьерой и так далее. Думаю, скорее всего, работником строительной фирмы и потом уже подниматься по лестнице. Возможно, стану синхронистом и буду переводить даже Путину. Вот. Тоже работником, экономистом. Ну, моя мечта с детства была стать ветеринаром, и как бы я полностью отдам себя этому. Успешной, с детьми, с семьей крепкой. Технарь, либо гуманитарий. Полная противоположность. Ну. А там уже пробились как-нибудь. Семья, дети. Ну, а карьера уже 27 так. лет на второй план, мне кажется. Ну, у меня будет много детей, у меня будет любящая семья и вообще хочу стать бизнесменом. Ну, министр обороны Российской Федерации. Нормально, да? Достойно, да. Да, достойно. А я президентом до сих пор мечтаю. Наверное, я буду работать программистом или системным администратором в больнице. Ну, сейчас, на данный момент, я стою перед выбором выбора профессии и направления в своей жизни, которую я хотела посвятить своей жизни. Надеюсь, успешным адвокатом. Детским врачом, массажистом. Детский массажист, врач. Ну, я хочу как бы прокурором стать. Ну, в будущем я вижу себя пластическим хирургом. И после окончания института планирую пойти работать в посольство. Ну, пока точно не решил, но либо юристом, либо ФСБшником. Дорогие ребята, от всей души желаю вам благополучно закончить 11 класс, успешно сдать ЕГЭ и осуществить свою главную мечту – поступить в тот вуз, который вы себе наметили. Алых парусов вам! Попутного ветра. Я больше не буду на школьном дворе с портфелем идти в золотом сентябре. Я больше не сяду за парту свою, я младшим ребятам ее отдаю. Последний школьный звонок прозвенел, наверное, что-то сказать он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я пью за тебя кока-колу.
очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милая школа, прости и прощай. Года пролетели минутой одной. Был первый звонок, а теперь выпускной. Вот-вот не сдержу я предательских слез. Спасибо за то, что все было серьез. Последний школьный звонок прозвенел. Наверное, что-то спросить он хотел. Еще постоим у дверей, а затем мы просто из школы уходим совсем. Прощай, школа, я пью за тебя кока-колу. И очень прошу, обо мне вспоминай. Я верю, для нас не закроешь ты двери. Ах, милая школа, прости и прощай. Мы стоим у самого порога, и учителя грустят немного. Прощай. До свидания, школа!